Ну вот не все могут адекватно оценить свои возможности на Олимпиаде и просто порадоваться победе соперника. Я напомню, что в финальном матче женского командного турнира по фехтованию на саблях встретились Россия и Украина. И наши девочки завоевали золото. Вот помните анекдот из времен СССР? Советский спортсмен занял почетное второе место, а американец пришел предпоследним. Ну вот в этом духе сегодня украинские СМИ отличились. Вот с какими заголовками вышли материалы о серебре украинских спортсменок. В победе российской команды винят арбитров, которые якобы подсуживали нам на турнире. Слегка странно, конечно, звучат эти обвинения, учитывая в принципе отношение к россиянам на Олимпиаде. У нас-то ощущение, что наши спортсмены побеждают скорее не благодаря, а вопреки. Но вот украинские журналисты считают, что обижают именно спортсменов с незалежной. Честно говоря, в такой ситуации становится неприятно за украинских саблисток. Их серебро на родине не особо обрадовались.